Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу, как увеличить свое количество отжиманий на целых 30%. И не когда-нибудь, а прям сразу, прямо сейчас. Полетели! Но для начала немножко теории. Давайте это разберем на примере боксерского удара. Давайте посмотрим, как бьют боксеры. Первый вариант. Они бьют вот так. Либо они бьют, второй вариант, вот так. То есть у них ноги стоят плотно, напрягаются все мышцы, и они работают всем кором своего тела, и также энергия вся идет с ног. То есть получается, они бьют бам, бам. То есть работают всем телом абсолютно. Ноги скручиваются, и также скручивается тело. И получается мощнейший удар. Вы спросите, что ты этим хочешь сказать? А этим я хочу сказать, что когда вы бьете всем телом, то есть работают все ваши мышцы тела, то удар получается во много раз сильнее, чем вы просто будете бить рукой. А когда вы скручиваете все тело и посылаете всю энергию в удар своим телом, всем, бам, получается мощнейший удар, мощнейший. Та же самая тема работает у нас и в отжиманиях. Если вы будете отжиматься только своими руками, то вы отожметесь немного. Но сейчас я вам покажу технику, которая поможет вам отжиматься на 30% больше. Полетели. Смотрите, как отжимаются многие люди. Многие люди делают просто вот так. Они думают, что отжиматься нужно руками. То есть смотрите, они встают и делают, да, вот такие вот движения. То есть они отжимаются руками. Но в чем прикол? Если вы хотите делать больше отжиманий, то вы должны выполнять с правильной техникой. Правильная техника какая? Вы становитесь, напрягаете весь ваш верх тела, также пресс напрягаете, то есть весь ваш верх тела напряжен. Также не забываем про низ, напрягаем наши булки, попу напрягаем максимально. Также не сгибаем в коленях ноги, чтобы у нас тело вот так не болталось, максимально его напрягли, то есть, чтобы было как струна, колени не сгибаем, попу не прогибаем вот так, все на уровне, прямо, и значит, и погнали. Что это значит? Это значит, когда вы все напряжете, у вас будет чувство, как будто вы летаете по воздуху, а если вы будете делать вот так, то есть, ну, как обычно делают, да, жопу вот так вниз промяли и отжимаются. Тут создается впечатление, что у вас гораздо больше вес. То есть это гораздо больше давит на ваш верх тела, потому что мышцы расслаблены, и они создают просто дополнительную нагрузку. А если вы их натянете, все тело у вас будет как струна, то мышцы будут фиксироваться и не будут создавать дополнительную нагрузку на ваши грудные мышцы и также на руки. Еще раз, напрягайте все ваше тело. У вас спина абсолютно ровная, пресс напряженный максимально. Руки напряжены, также ноги не сгибаются в коленях. Все ровное абсолютно. Напрягли все, задницу напрягли, квадрицепсы, все напрягли. И погнали. После того, как вы ушли в отказ в обычных отжиманиях, то сразу же переходите к отжиманиям с поверхности. Встаете к какой-нибудь поверхности, чем она выше, тем легче, чем ниже, тем сложнее, соответственно. То есть и отжимаетесь сразу же, продолжаете без остановок, добиваете свои мышцы. В этих отжиманиях работает та же схема, как и в обычных. Напрягаете все мышцы, задницу, ноги. Не сгибаете тело и долбите на максимум. И делайте такую тренировку 3 раза в неделю. С каждой тренировкой стараюсь увеличивать количество повторений, что в обычных отжиманиях, что в отжиманиях от поверхности. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и увидимся в следующем выпуске. Пока!